В эфире «Вести утро» Карачаево-Черкесия. Я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен? Сейчас мы узнаем. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах сильные осадки. Ветер восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 3, плюс 2. Днем плюс 10, плюс 15 и местами плюс 2, плюс 7 градусов. В Черкесске ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 13, плюс 15 градусов. В соответствии с законом Карачаево-Черкесии от 12 января 2005 года есть категории льготников, которые имеют право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов. И Республиканская стоматологическая поликлиника продолжает проводить эту работу. Алла Динаева подробнее. Приближается 2 ноября, день памяти жертв карачаевского народа, и Республиканская стоматологическая поликлиника напоминает жителям Карачаева-Черкесии, что доктора продолжают оказывать льготное протезирование. В соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и о социальной поддержке отдельной категории ветеранов, имеющих право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов, это лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, ветераны военной службы и труженики тыла. Мы будем рады видеть всех с поликлиники и оказать всестороннюю помощь в зубопротезировании. Сотрудники Республиканской стоматологической поликлиники предлагают такие виды льготных ортопедических конструкций, как... В рамках льготного протезирования мы протезируем съемными протезами, несъемными. К несъемным относятся штампованные коронки, литые конструкции, мостовидные и литые короночки. Если этого недостаточно, то используем индивидуальный подход, подбираем необходимую конструкцию для восстановления улыбки и жевательной функции. Для реализации льготного протезирования лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам военной службы, при себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Прийти на приемы и получить консультацию и рекомендации по дальнейшему протезированию можно с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в Республиканской стоматологической поликлинике в Черкесске, улица Горького, 6А. Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14:30 вместе с Аллой Динаевой смотрите «Вести». Удачного продолжения дня и до встречи!